Трассы седанка потрогал. Водитель грузовика Toyota Tundra не увидел стоящий на аварийках Либера, влетел в него. Тяжелая авария с пострадавшим водителем грузовика произошла на сложном участке трассы. На большой скорости водители вылетают из поворота, и не все оказываются готовы к возможным препятствиям. Молодой человек за рулем Mitsubishi Libera, груженного сладостями, не преодолев и 2 километра в сторону Патрокла, совершил вынужденную остановку у края правой полосы. Вылетевший из-за поворота грузовик Toyota Tundra обойти препятствие не успел. Видимо, его рулевой поздно понял, что Libera не двигается. Возможно, в левый ряд его просто не пустили, а тормозить было уже бесполезно. В результате сильнейшего удара, который весь пришелся в одну сторону водителя, мужчину зажало в кабине. Для вызволения пострадавшего пришлось срезать дверь. Получившего различные повреждения рулевого увезла машина скорой помощи. Столкновение грузовичка о препятствии в 9 случаях из 10 заканчивается для водителя травмами ног. Такая опасная конструкция кабины. Либера от удара развернулся и ушел передней частью под леерное ограждение. Водитель не пострадал, автомобиль восстановлению не подлежит. По всей дороге рассыпались недоехавшие до торговой точки сладости, создавая яркими обертками печальный контраст с разбитыми автомобилями и развернувшейся здесь трагедией. Остановка на этой трассе, не имеющей парковочных карманов, практически на всей своей многокилометровой протяженности очень опасна, и ее нужно всячески избегать. Если неисправность все же вынудила остановиться, необходимо сделать автомобиль максимально заметным, включить аварийку, выставить знак и не сидеть в салоне, а главное постараться убрать машину как можно скорее.